Всем привет, с вами Ариша. Я бы хотела спросить у вас, вам не надоели эти игры для девочек? Всякие почеши щенка. Почему вот каждая девочка должна играть в эти игры? Одевалочки, не знаю, помоги мальчику достать букет для девочки. Зачем? Почему нет таких игр? Такие, как для мальчиков, такие крутые, такие живые, настоящие игры, но только для девочек. Неужели нет таких игр на Земле? Я решила поискать. И, в общем, я нашла сайт, который понравился мне просто всем. Он и такой боевой, и для девочек, и без всяких этих девчачьих штучек, типа одевалки, шмалмалки. Тут есть разные специи. Тут есть разные шпионские задания, которые можно выполнять. И это очень круто, очень по-разному, и каждая игра очень боевая. И самое главное, что эти игры специально для девочек. Это сайт про команду девчонок-спецагентов Nerf Rebel. Чтобы начать играть, собственно, надо зарегистрироваться на сайте. Для этого нужно сначала выбрать себе команду, потом выбрать имя. Концовку имени сайт придумает сам. Придумываем пароль. Хо-хо, очень длинный, чтобы никто нас не узнал. И ответ на секретный вопрос. Хо-хо, секретный вопрос. Кстати, его надо писать обязательно латиницей. English. Соглашаемся с условиями сайта. И вот, мы присоединились к состязанию команд. Теперь нужно поработать над своим аватаром. О-о-о. Обожаю аватары. Оружие у нас уже выбрано. Давайте изменим цвет кожи, чтобы она была на мой похожа. Йоу, рэпчик. Теперь изменим глаза и лицо. Выберем подходящую причесочку. Так, где же нормальная куртка? Так. Ай, вещи уберем. И юбочку тоже убираем. Может, шортики примерить? Не, что-то не то. Может, вообще без штанов? Упс, без штанов вообще не очень. Лучше вернем их. Теперь посмотрим обувь. Вот такая вроде ничего. А на шее у меня будет сердечко. Как это мило! Все, жмем кнопку «Создать аватар». Здесь мы можем выбрать себе задание и посмотреть турнирную таблицу. Но в этом вы сами разберетесь. А мы посмотрим небольшой трейлер этих игр. Есть разные игры. Вот такие бродилки и стрелялки. Здесь нужно расстреливать из бластера разные лазеры и роботов. Тут надо выбивать мишени и зарабатывать очки. Все очень ярко и весело. В общем, мне все так понравилось, что я решила заказать тебе бластер. Вот этот. А лучше два. Владина! Они такие классные, что я прямо сейчас хочу их. Обалдеть! Настоящий! Стоп, я хочу два. Владина! Обалдеть, два самых настоящих. Спасибо. Спасибо огромное. Поскорее бы их испытать. Теперь я хочу стать самым настоящим суперагентом. У меня есть два бластера, но одежда не подходит для этого. Сменим одежду. Так, рукава. Та-дам! Ну а чтобы меня никто не узнал, надо одеть парик. Ну что, я почти готова. И теперь мне осталось поменять обувь. Вот теперь я точно готова. Настоящей девчонке нужны настоящие трудные задания. Но одной мне не справиться. Но вдвоем мы, привет, точно справимся. У героинь этих игр есть своя группа ВКонтакте. Как вы догадались, я решила выбрать близняшек Рабель. У них тоже есть своя страничка ВКонтакте. Как вам кажется, похоже получилось? Кстати, можете и вправду написать такой запрос в Google, как на картинке. Yeah! Молодец!
и оставлять комментарии внизу. Оставайтесь такими же милыми, добрыми и хорошими. Пока! Пока!